Сегодня я буду готовить холодец. Для холодца я беру свиную балтышку, говяжьи качалочки, а также берем морковку, лук, чеснок, лавровый листик, перец и соль. Сначала мы поставим варить мясо. Для этого я закладываю все в кастрюлю. И наливаю воду. Наливаю воды столько, чтобы она на два пальца была выше мяса вода. Итак, 4 часа прошло. Наш холодец уже готов. Мы забрасываем подавленный чеснок с перцем. Перемешиваем все. И через полминутки выключаем. Потом он постоит минут 10 и будем раскладывать по тарелкам. Итак, холодец наш готов. Осталось ждать, пока застынет. Приятного аппетита!